Так, дубль 3, 16 сентября 2021 год, Харьков, 20:38 по Киеву, Харьков, ISO 6400, все пересвечено, но есть надежда посмотреть на Титан, спутник. Сатурна. Вот у нас рядышком в одном кадре сейчас будет Луна, Сатурн и Юпитер. Значит, слева Юпитер. А относительно Луны левее под 45 градусов выше Сатурн. Пошли посмотрим на него. Сейчас. Справа должен быть по ходу движения Сатурна его спутник Титан. Вчера мы его сняли, но вчера дымка была еще. Чтобы никаких не было сомнений, что это Сатурн уменьшил выдержку. Показал кольца, теперь увеличиваю выдержку, справа должен образоваться Титан. Образовался. Ну сколько, 4 эллипса колец Сатурна откладывайте вправо. И вот вам Титан. Конечно, когда столько всего снежит на экране, ну, видно вполне четко, что там сейчас уменьшу чуть-чуть выдержку. Вот одновременные кольца и Титан практически уже не видно. Хорошо, поехали на Юпитер и Галилеевы спутники посмотрим. В таком сиянии практически слилась с Юпитером Европа. Это что ж ты будешь? Ну давай вот так. Самый крайний это Ганимед. Правый. Потом слева идет, по-моему, Европа. Она была только что на фоне Юпитера, теперь уже чуть-чуть правее. А слева Ио и Каллисто. Вот он появился, Каллисто. Уменьшаю выдержку. Ну вот видно. Конечно, никаких колец экваториальных Юпитера мы с такими выдержками не увидим, то есть ISO. Да, техника. Еще и как прибор ночного видения можно использовать, уже кромешная тьма, а ты посмотри.
Да, ну увеличивать при таком ИСО я не буду. 20.43 по Киеву в Харькове, 16 сентября 2021 год, Харьков.